пошли. Вот, смотрите, любимая конструкция Стаса Гордеева. Вайер-леса называется. Их не вчера придумала, еще до войны, вот этот узел, вот смотрите, кругляк вот этот. Да, на нем как раз, вот если обратить внимание выше, все монтируется на этом узле. Все этот узел. В общем, короче, уже, уже во Вторую мировую этот узел работал вовсю и зарабатывал бабло немцам. Вот он до сих пор самый, мне кажется, дорогой узел на планете. Он из скалы какой-то оцинковки холодной. Короче, он не мерзнет и ничего с ним не происходит. Что, снимаешь, да? А вот любимый спорт Стаса Гордеева. Посмотрите, они разбегаются и скользят. Вот, собственно, скейт-парк. Можем пройти. Рукодельное творение рук человеческих. Если обратить внимание вот на эту конструкцию, вот эту. Это дворцовый мост, вот, если посмотреть сюда. Вот он разводится. Премьера этой площадки, парка этого, была еще на Конюшиной летом. Тем или позатем, я уже не помню. Вот мост. Я вчера попробовал перепрыгнуть ногами. Я всю жизнь мечтал прыгнуть через разводящие мосты. Прекрасная возможность остаться без ног уже прямо здесь. Я вчера долетел, вот буквально 2 сантиметра приземлился. Мог бы пострадать очень сильно. Дурак? Ну, это бэкстейдж. Нам это всем знакомо. Ну что ж. Вот. Руль, педали, все как у людей. Похоже на настоящую машину. Короче, да. Вроде похоже. Вот прекрасная возможность мелкому тусануть на тачке, и его мусора за жопу не возьмут. Мелкий топит. Нормально все? Нравится? Похоже на настоящую тачку. Похоже на настоящую тачку. Есть что сказать об этом. Это трасса на Егоре, короче, у нас. Егора Драйв. Да, это она. Бегом! Тем временем хочу заметить. О, вот, пойдем туда, это вообще. Это дроны, короче. То, что сейчас очень актуально, вы понимаете, о чем я. Пацаны, ну чё, как? Нормально все? Да, вообще. Кто победил? По форме чуваки или чуваки на стильке, а? Пока еще не было. Пока еще кто, сейчас только начнется. А, вот только начнется? Да. Потягивайтесь, сейчас будет резня покруче, чем там. Вы довольны? Всем жопу надерем. Всем жопу надерем! Пацаны, добрый час. Максимка наш, суперрайдер. Можешь дать интервью прямо в микрофон. Привет. Даю интервью прямо в микрофон, друзья. А я могу у него взять майк, короче, тоже дать микрофон. Все классно, все круто, приходите. В следующий раз увидимся. Макс, нормальный чел, супер, костолом. У нас вообще-то организовалась пару лет назад Федерация скейтборда Санкт-Петербурга. И причем нормально, круто ворвались, бабло там, чё как, правительство. Катайте, ребята. Погнали, я вам сейчас чё покажу кое-что. Вообще-то это Севкабель как бы. Похер нам на зиму, да, Саш? Вот сегодня вот тут, видишь, забор. Сегодня забор вот этот сделал, вот на плазе, вот торчит тот. А не было забора. А зачем сделал забор? Чтобы люди с зубами остались на трибуне. Может, какие-то психи трибуну поставили прямо напротив плазы. Вчера бабе BMX-ом прилетело. Хорошо колесом. Пэгом бы, бля, просто сразу на кладбище сюда отвезли бы. Вот так и живем. Тачки продают. А вот крутые райдеры. Смотри, вот это Егорик, короче, и Вован. Это про чуваки просто топовейшие. Аллилуйя. А можно меня заявить к вам? Что я должен сделать? Плюнуть и растереть. Все, я зарегался. Чувак. Старая школа. Школа нойза теперь у нас. И шумов. Кто не скачет, тот не нойзер, короче.
Вот, а теперь, собственно, ключевой момент нашего интервью. Это киберспорт, о котором было много речи, о котором, кстати, Владимир Владимирович Путин, наш президент, не раз заикался и говорил, что надо эту тему вентилировать. Это Никсон, наш вёрт-скейтер, брателло, очень крутой чувак. Вот сегодня ведущий, так как он в этом безобразии не катается. Вот, Сашка, смотри, какие кадры. Мост опять же можем рассмотреть. Это, короче, киберспорт. Если посмотреть сейчас, поснимать, то это, собственно, полная копия того, что мы имеем вон там внизу. И тут коллаборации происходят реальных спортсменов, райдеров и кибер-чуваков. Они договариваются, делают тут трючки, тот должен их там выполнить. То есть полное безумие. Вот этот Skynet там, не знаю, и так далее. Это то, что нас, в общем-то, ждет впереди. Суперкомпьютер там, разработчик. Очень крутой райдер. Номер один у нас в Питере практически. Я как не приду судить соревнования по скейтборду, кот всегда на первом месте. Ну, как правило. Это Ируська, моя любовь. О, Господи. У нас уже был юбилей 14 этого февраля. У нас было 25 лет вместе на совместной деятельности. Любовь, морковь, все такое. Совместной деятельности у нас на самом деле 15 лет и 7. Итак, девчата, это 17:10 начнется финал. Куриба Гонзо.